Беларусь помнит. Спецпроект «День Победы». Когда-нибудь наступят времена, когда все войны закончатся. Мы не хотим стрелять. Мы не созданы воевать. Но защищать Родину должны быть готовы. Мой дедушка Александр Отставной родился в 1923 в деревне Хомичи Быховского района. Ушел на фронт в 18. В 43-м получил ранение. Тогда ему казалось, что это конец. Однако вовремя подоспела овчарка-санитар, а позже и медсестра. После госпиталя Александр Федосович снова отправился защищать Родину. Спустя время его семья, в том числе и маленькие сестры, заболели тифом. Несмотря на трудности, дедушка отправил им лекарства, благодаря чему все до одного выжили. После войны работал на мебельной фабрике и в краеведческом музее. В 2007-м Александра Отставного не стало. Для меня его жизнь – сплошной подвиг. Я помню, Беларусь помнит.